В основном карась. Да. Ну, вкусненько. Так, иди, иди туда, 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 иди. Иди сюда, Джей. Иди сюда. Вот тут мы живем. Да, тут мы живем. Наш городок. Спуск у нас. Да. Мне здесь нравится, я люблю здесь отдыхать, вот, и все прекрасно, что ты смеешься, все так, все прекрасно, мы тут рыбу ловим, вот смотрите, видите, какая у меня, у нас удочка, вот, вот, удочка, вот, тут написано карась, где тут карась, о, вот, тут написано карась, уже стерлась, уже стерлась. Ладно, вот. Замечательный рыбак, который тут один. Да, вчера наловили даже на две сковородки. Да. Вот такие вот большие, вот такие, аж две сковородки. А, рыбешки вот такие были. Называется дорадо, да. Морской карась. Вот карась, морской карась и удочка для карасей. Утро, красиво, вот. Чисто. Ой, как тут хорошо, прохладненько. Какой реликтовый лес тут вообще оригинальный. Высокие деревья какие-то, как называются, даже не знаю. Ну, их много здесь. Их много. Вот эти маленькие местечки. Ну, такие вот местечки для отдыха тоже прекрасные. Да. Здесь, тут. Так, хорошо. Тридцать первое июля, классно. Все классно, да. Все хорошо. Сегодня у нас был запланирован ужин на море. Он у нас получится, наверное, или не получится? Ужин на море, ну это надо что-то брать с собой. Надо брать, конечно. Ну, соберем, да и пойдем. Под плиточку сядем тепленько. Но темнее, это главное, что там нет фонарей. Как это нету? Все там нет, есть. В смысле, на пляж ничего не светится, на пляж. Ну и что, светится сюда. Увидим. На это сама. Увидим, да. Найдем место, увидим. Это самое большее, что я могу. Дальше я уже не могу, потому что высоко. Раннее утро, приятное, хорошее. Ну да. Мы идем гуляем. А вон, глянь, какие горы, глянь. Да, да, еще вдалеке, Кавказские горы. Обалдеть. Все в зелени, все красиво. Да. Все хорошо. Вид сверху прям прекрасный. Все хорошо. Прям о. Прекрасный. Ой, слава Богу, Господи. Как хотелось на море. Да. Да. Я говорю, потихонечку он начинает возрождаться. Это так хорошо, лето месяц. Это ж прекрасно. Это же чудесно. Мы уже на уровне сосен. Да, мы уже на уровне сосен, на уровне гор. Ну так кажется, что ты смеешься, правда? Ее ко мне. Че она не бегает? Наверное, потому что видео идет. Настрой звук. Ну, сосновая тут аллейка, очень хорошая аллейка. Сосна, да. Елочки. А запах какой? Запах свежий, приятный. Обалдеть. Вообще так классно. Да. Так классно, так тихо, так умиротворенно. Обалдеть. Зая, моя, моя. Обалдеть. Умничка моя. Я смотрю, не пожалуй. Обалдеть. К тому фонтанчику там. Речка, это фонтанчики.
Ой. До 2010 года ты тут был, но ты... я имею в виду не мальчика. Вот тут именно? Ну не именно в этом курении, а вообще в Дивноморске. Ну, или был мальчиком, с потом... с хором ездили. Ну вот смотри, ты был мальчиком, да, первый раз тебя сошли ездили? Ребенком. Ну да, потом мы еще и с Юрой Яковенко ездил. С Юрой ты тут был еще с кем? С Вовой? С Серегой, с Дядька Волка. Не, Дядьки Волки не было. Не помню, чтобы он был. А куда ж ты его делал? И не помню. Ты оставил человека? Ну, когда с Серегой. Это когда с Серегой. А когда с Дядька Волкой, да, были. А потом... Это ты был Яковенко. Сколько лет тебе было, мальчик? 14-15. А, подросток. Ну, не ребенок. Ну, в смысле, в 4-5 лет. А, вообще я был тут в пионерлагере. Первый раз. Первый раз. В Дивноморске. Да, пионерлагерь, энергетик. А пионерлагерь где был? Первый, ой, а не, как был? Там, 10-й отряд. А где самый он был, лагерь? А был вот на месте, где-то там, где, как он, санаторий. Военный санаторий. А, военный санаторий, Емельнина куда? Да, да. Где-то кто тут. Кто был лагерь? Да. Потом может, ты приехал может сюда. Даже, может даже чуть дальше его, потому что он потом уже давно. Потом ты приехал сюда пареньком. Да, потом я приехал пареньком. Пареньком. Да. Потом ты был тут. С Юрой Яковенко ездил. Пареньком? Не, уже пионерлагеря не было, уже что-то тут понастроили много этих всяких. Заборов и сюда не пускали, естественно, где вот эти вот голубой дали, нет, вот эти вот, где накрытые, крытые для космонавтов, чтобы они-то облученные, и для них сделали вот эти навесы, вот. Которые внизу сейчас? Да, которые внизу, вот им уже много-много лет. Вот. Ну, когда я в пионерлагере был, были они или не были, я не знаю. Скорее всего, были. Вот. А так, в общем-то. Ну, потом ты был с хором здесь. Дальше продолжаем. Потом с хором мы же в гостинице Приморская или как что мы вот это? Приморская, я умею. Приморская гостиница, там были. Это какой год? Ой, без понятия. Там у меня должно быть на ну, дисках. Ну, типа 90-е или да, ты ну, мальчиком был. Да, ну, какие? В хоре я был с 98-го года. Видел у кошки какие сисочки? О, и сама она, да, глянь, какая круглая. Это она беременная? Да, наверное. С 98-го, да? Не, ну не тут. Хоре. А были мы в Кабардинке, вот у меня 2005 год есть, ага. Вот, но я не помню, мы отдыхали как раз в санатории, да? Где мы отдыхали, я не помню, но скорее всего гостиница Приморская, ага. Скорее всего. Это 2005 год? Да. Да, где-то так. И через 5 лет мы приехали сюда уже вместе. Да, уже вместе. Ты меня привез. Да. Классный, классный городочек. Культурный городочек, маленький. А люди тут со всей страны. Да. Да. Ну, хорошая, вчера женщина говорила, что в Сочи не все выдерживают. Там душно. Я говорю, ну мы были, мне везде хорошо. Там душно. Мне хорошо везде, можно в Сочи. Можно. Там повышенная влажность. А здесь нормально. А тут словно мы дома, только еще и с морем.